Привет-привет, мои дорогие друзья! С вами Лилия Донскова, и сегодня будет топ-10 из каталога Oriflame номер 16. Я заранее приклеиваю закладочки на самые интересные странички. Во-первых, я уже знаю, что любят мои клиенты, и я всегда смотрю, что для них можно, ну, чтобы для них это было что-то интересное, что я буду предлагать, на что расставлять акценты. Итак, поехали, посмотрим, что у меня в приоритетах. И что удобно, прямо по закладочкам можно сразу, если спрашивают, а что интересного в каталоге, сразу закладочки открываешь и говоришь, например, серия «Королевский бархат» в этом каталоге представлена с очень хорошей скидкой. И я знаю, что многие женщины именно предпочитают серию «Королевский бархат», а не «Novage». И кому-то она больше подходит, и она действительно очень эффективная. Эта серия нацелена на то, чтобы кожа была упругая, напитанная, чтобы убрать сухость, чтобы она выглядела свежей, ровной, мягкой и комфортной. Очень красивая серия. Я пробовала, периодически заказываю всю серию. К сожалению, сейчас нет очищающего средства. Раньше было молочко очищающее и был гель-тоник, такой классный продукт. Почему-то их убрали. У меня нет ответа на этот вопрос. Но мы можем подбирать клиентам очищение, предложить гель-тоника серии Novage, либо гидрофильное масло, еще какое-то гели или легкое какое-то очищение, потому что взрослая кожа, она нуждается в таком деликатном уходе, чтобы не пересушить, чтобы было всегда комфортно, мягко и в то же время чисто. Я очень люблю эту серию. В состав входит изофлавоны черного ириса, и здесь у нас представлен крем ночной, крем дневной, крем для кожи вокруг глаз, то есть даже крем для век подтягивающий, и маска тоже подтягивающая, маска кремовая. Она будет в маленьком таком пакетике, можно смело заказывать, если нужно вот прям как-то круто выглядеть, может быть, у вас день рождения или вы куда-то собираетесь, то перед мероприятием сделать эту маску, и лицо сразу станет холеным. Так что рекомендую всем, при том, что цены очень-очень приемлемые на эту серию. Практически 50% скидка, это очень выгодно. А если есть дисконт 20% у вас, то, соответственно, скидка будет еще больше. И ощутимая получается экономия. Если вы еще не оформляли дисконт, посмотрите под этим видео, будет в описании ссылочка, как присоединиться в мою команду. Вы заполните форму, я получу письмо, что у меня новый человек в команде, с вами свяжусь и расскажу, что вам делать, какие ваши первые шаги, как заказ оформить, как получить, как оплатить, то есть даже порекомендую продукцию, которая больше всего вам подойдет. Так что не теряйтесь. Следующий разворот, тоже посвященный уходу за лицом, капсулы. Восстанавливающие капсулы для лица с концентратом масел. Это серия Novage. И второй продукт — это маска для лица. Капсул у меня сейчас нет. Я периодически их заказываю. Мне они очень нравятся. Знаете, какой с ними эффект? Как будто кожа бархатная. То есть наносишь масло и так трогаешь, а лицо как бархат, как атлас, я не знаю, такая мягкая и шелковая. Вот такое ощущение невероятное. А маску ночную я очень люблю, когда хочу выглядеть классно, выглядеть отдохнувшей, свеженькой, то поверх ночного крема я наношу эту маску. Ее смывать не нужно. То есть мы ее наносим на лицо, оставляем на полчасика, 30-40 минут, чтобы она впиталась, и только после этого я ложусь спать, иначе маска будет омолаживать подушку. Чтобы такого не было, наносите заранее. Любые средства для лица нужно наносить за 30-40 минут до сна. И также, если на улице уже мороз, то за 30-40 минут до выхода на улицу, чтобы не навредить коже. То есть крем должен успеть поработать, впитаться, и тогда выходите на мороз. Что хочу сказать по поводу капсул. Их лучше использовать курсом. То есть берете прям курс и делаете, чтобы это было эффективнее. Потому что у меня был такой опыт, я иногда по одной капсулке делала, ну классно, да, хорошо. Но когда я сделала курсом, эффект был просто потрясающий.
А следующая страничка, это тоже для красоты, кстати, продукт. Это пребиотический напиток серия Wellness с пищевыми волокнами. Это не лекарство. Сейчас вам покажу эту баночку. Вот такая банка. Внутри у нас порошок. У этого продукта потрясающий состав, одобрен ассоциацией веган, то есть даже веганы могут употреблять. И что здесь у нас есть по составу, могу вам, кстати, можно, да, камеру навести просто. Ну что здесь: 6 растительных источников пищевых волокон, цикорий, сахарная свекла, шпинат, зеленый болгарский перец, инулин, фрутооллигосахариды и порошок из брокколи. Представляете? То есть это такие дорогие, классные, ценные все продукты, которые здесь в одной баночке. И нужно выпить всего лишь одну чайную ложечку, развести в стакане тепленькой водички и выпить желательно утром. Это будет огромная помощь кишечнику и в целом здоровью, потому что у нас, в общем-то, многое зависит на даже настроение, состояние, цвет кожи, какие у нас волосы, ногти и вообще в принципе как мы выглядим, многое зависит от кишечника. Если у нас кишечник неправильно работает, то есть там сбои какие-то, то естественно это все отображается сразу снаружи. Поэтому пребиотик мы очень любим, у меня всегда он есть, и я родителям покупаю. У меня у папы тоже такие есть проблемы, там поджелудочная и так далее, и он пьет у нас пребиотик, коктейли обязательно, витамины, и чувствует себя гораздо лучше. А пребиотик — это прям спасение. Так что рекомендую, в этом каталоге на него большая скидка, поэтому выгодно брать. Следующий разворот — это, конечно, тушь, потому что в этом каталоге она представлена с огромной скидкой. И я знаю, что девочки меняют тушь где-то каждые 2-3 месяца. Редко кто держит тушь дольше, потому что уже все знают, наверняка, надеюсь, что все знают, что тушь не рекомендуется долго использовать, уж точно не год, потому что в ней могут завестись какие-то неприятности. А так как мы тушь наносим на реснички, которые растут прям близко-близко к слизистой глаза, чтобы не навредить, нужно тушь менять почаще. Я каждые 2 месяца меняю. Во-первых, мне очень нравится свежая тушь, когда вот она первые 2 месяца, она классная. Потом уже все равно не получаются такие ресницы, как у меня сейчас, потому что сейчас у меня прям свежая тушь, я с ней могу такие ресницы классные сделать. Что хочу сказать по поводу этих тушей. Одна удлиняющая с эффектом наращивания ресниц. У нее такая кисточка интересная, она, во-первых, пушистенькая, набивная такая, прям набивная, и у нее сильный изгиб, то есть она вот прям сразу ведет реснички, вот так мы ее укладываем, раз, так. Кому она может не подойти? У меня просто был такой опыт, девочка из команды говорит, мне она вообще не подошла, и я знаю почему. Дело в том, что у нее очень большие глаза, такие вот большие, и огромные ресницы, и они, получается, растут вот так вот. То есть вообще, а кисточка достаточно все-таки маленькая, и она просто не могла захватить все эти реснички, и получалось, что она где-то их склеивала, где-то не получалось. И вот эту тушь очень классно, у меня просто тоже есть девочка в команде, у нее не крупные глаза, небольшие ресницы, но когда я ее вижу с этой тушью, у меня есть ощущение, что она нарастила реснички. Я все время спрашиваю, ты что, реснички нарастила? Она говорит, да нет, это же эта тушь моя любимая. Так что тушь правда очень крутая. В Oriflame мне туши все нравятся практически, но есть некоторые, которые вот мне просто не подходят, но кому-то они очень нравятся. Важно подобрать кисточку, чтобы она подходила под ваши реснички, потому что у нас у всех реснички растут по-разному, соответственно, и как кому-то одна тушь вау-вау, а кому-то фу, какая ужасная тушь. Вот моя любимая 5 в одном. Я могу брать хоть вот эту вот XXL, у нее просто кисточка чуть больше, чем у классической 5 в одном, но она такая же крутая и также классно прокрашивает все реснички, поэтому я ее рекомендую с удовольствием. Что она делает: длину, объем, расчесывает все, распределяет, ухаживает, и что еще, даже не знаю, что еще, изгиб, разделение, уход, еще уход, да, классная формула. В этом каталоге правда классные скидки, особенно
Я люблю декоративную косметику, поэтому помадам я отдаю одну закладочку, но у меня здесь будет 4 разворота для помад. Смотрите, есть помада Cushion. Чем она интересна? Она вот такая длинненькая, как карандаш. Мы выкручиваем, и когда крутите внизу, то здесь появляется из отверстия вылазит сама помада. Наносите ее на губы. Губы у меня, например, какой эффект? Они сразу такие объемные, красивая, и она достаточно стойкая, хотя это жидкая помада, не заявлена, да, заявлена 6 часов стойкости. Я думаю, почему она такая стойкая, представляете? И вот этот эффект глянца сохраняется очень долго. Красивейшая, классная помада, сильный аромат такой, прям вот густой аромат ванили, но он быстро выветривается. Но вот первый раз, когда наносишь, прям вот сначала, и вот прям ванилью пахнет так сильно. Я так люблю ваниль, поэтому я, конечно, эту помаду очень оценила. У меня в команде только одной девочке не подошла эта помада, у нее шелушатся губы от этой помады. Это прям для меня какой-то был нонсенс. Но я говорю, что мы все разные, у нас у всех разный гормональный состав кожи, разный возраст. И в каждом возрасте по-своему реагирует организм на один и тот же продукт. У меня как бывает, например, в молодости мне нравились одни ароматы, сейчас мне нравятся совсем другие. То есть если я раньше любила свежие такие легкие, то сейчас я люблю густые, ванильные, фруктовые. Только не люблю чисто цветочные ароматы. Не люблю очень легкие, не знаю, я в них чувствую себя какой-то, не знаю, но не такой. Вот то же самое с помадами. Бывает, что кому-то в один период года, даже года, матовый идеально, потом бамс, и матовые помады не лежат. Все, то же самое с кожей, с волосами. Поэтому надо попробовать. К сожалению, на эту помаду нет пробников, но зато есть классная скидка. Она будет стоить всего 319 рублей. Я буду выбирать себе еще один тон, наверное, возьму, не знаю, обворожительный нюд, наверное, очень светлая для меня будет, тогда соблазнительный тауп надо брать. Следующей помадой это Ultra Fix супер матовая стойкая. У меня 3 оттенка, от самого светлого до самого яркого, то есть нюдовый, терракотовый и красный. Недавно записывали обзор как раз этого каталога, и я их делала им выкраску этим помадам, может быть, мы вставочку сделаем. Такие вот три коня, потому что нужна самая светлая на каждый день, нужна более такая для работы, мне кажется, вот такой уже вариант, чтобы губам было, приковывалось внимание, потому что если вы хотите, чтобы люди вас слушали, то они, да, надо притянуть их внимание к губам, и они будут слушать. А красная помада это такой вечерний вариант, когда какая-то вечеринка, праздник, или просто хочется так эффектно выглядеть. Под красную помаду должен соответствовать гардероб, то есть эту помаду просто так не накрасишь и в пир, и в мир. Нет, она действительно такая парадно-выходная, когда мы уже прям праздник в праздник устраиваем. И еще два варианта помады. Серия The One 5 в 1, металлик и ультракремовая. У меня есть только ультракремовые, и их тоже 3 штуки. И тоже самая светленькая, потом более такая классика и темный вариант уже как вечерний. Смотрите, у меня есть пыльная роза, розовое дерево и винный, по-моему, красное вино. Представляете, какие все разные, я их все очень люблю. Только редко-редко пользуюсь красным вином, потому что, как я и говорила ранее, что красные такие яркие сочные помады, они обязывают иметь соответствующую прическу, гардероб, настроение и место. То есть просто так я вот с яркой помадой не могу выйти, для меня как-то это некомфортно. За что я люблю эти помады? Они кремовые, очень мягкие, они шикарно увлажняют губы. На зиму я, конечно, рекомендую эти помады, потому что они такие ухаживающие. С ними губы будут всегда мягкие, не будут шелушиться, трескаться. То есть всегда будут комфортные, приятные ощущения. Помада, конечно, не будет стойкая, как Ultra Fix,
Но и она не так уж прям не съедается очень быстро. По крайней мере, я когда крашу, у меня всегда на губах есть помада, и я себя чувствую комфортно с этими помадами. Следующий разворот. Тональная основа, серия Giordani Gold. Очень люблю тональные основы Giordani. И в этом каталоге представлены две классные серии. Одна у нас идет роскошный атлас, стойкая, минеральная. У меня в руках слоновая кость. Для меня это очень темный цвет. Летом пользовалась, сейчас уже не могу, потому что кожа бледная, и на мне она выглядит как вам сказать, ну как будто у меня голова отдельно, шея, туловище отдельно, потому что надо, важно подобрать такой тон, чтобы разница, вот если вы наносите тон, хотите подобрать, то наносите вот сюда, ближе к вот эти скулы, чтобы вы видели разницу шея, лицо. И если тон сливается, и его не видно на лице, вот такой я выбираю, потому что иначе будет как маска шея. А шею тонировать — это тоже как бы вариант еще тот, потом вся одежда будет грязная. Вот что я хочу сказать: стойкая минеральная основа, она достаточно плотная, прекрасно перекрывает все недостатки, и она делает лицо таким холеным. Классная плотная основа, и в ней SPF 15. А вторая основа здесь представлена — антивозрастная с пребиотической сывороткой. Вот ее я просто рекомендую, обязательно попробуйте хотя бы один раз, потому что она на коже, как она работает, как будто вы съели молодильное яблочко. То есть наносим тон, он идет с подсветкой, и сразу лицо такое выглаживается, как будто, знаете, вот все выравниваются, все морщинки. Сразу такой тон красивый становится, ровно, никакой мимики нет. Конечно, если морщины очень глубокие, то ну будет видно, но все равно лицо будет таким холеным, таким вот ухоженным, приятным. И легкое сияние, такой, знаете, перелив на коже, он вроде бы и незаметный, но в то же время это омолаживает очень здорово, и визуально лицо такое светится, и выглядишь сразу моложе. Я когда тон наношу, у меня сразу минус где-то 8-10 лет. Я сама это вижу, я даже делаю фото до и после, и я вижу, что даже тоненький-тоненький слой тональной основы, он так выравнивает кожу, и что сразу лицо выглядит моложе. Самое главное еще осанку держать, чтобы не выдавать свой возраст. И опять же о молодости и о красоте мы поговорим с астаксантином. Такое название сложное — астаксантин. Вот такая вот баночка, черное золото. Это наша молодость и красота, и здоровье, и крепкий иммунитет. Вот в этих вот прекрасных, и зрение, кстати, они еще и с черникой. Что здесь у нас самое главное? Что астаксантин, он выводит из организма свободные радикалы, то есть все, что закисляет клетки, состаривает их. И астаксантин, он выводит, то есть на клеточном уровне работает, очищает клетки, и соответственно мы становимся моложе, здоровее, красивее или красивее, как правильно. Поэтому рекомендую обязательно. Если мы вдруг, в мои домочадцы, кто-то говорит: ой, я что-то себя плоховато чувствую, как будто бы заболеваю, я сразу так выпила быстро 5 штук астаксантина, первый день, второй день, то есть он как бы подстегивает организм, включаются внутренние ресурсы, иммунитет. И единственное, что важно, он это не волшебник, что вы выпили 5 и все. Потому что у астаксантина накопительный эффект, то есть мы его пьем постоянно, каждый день по одной капсуле, потому что он в wellness pack входит, в состав wellness pack, а у нас в семье wellness pack — это обязательно, желательно каждый день. И астаксантин, он накапливается, и когда мы даем ударную дозу, то просто эффект усиливается многократно, и соответственно мы не разболелись. И это прекрасно, потому что болеть дорого и неинтересно. Следующий продукт — это краска для волос. Дорогая и очень классная краска. Да, скидка на нее не очень большая, она будет стоить 479 рублей, но это краска, с которой не стыдно пойти к людям, потому что она, вот видите, у меня на волосах уже, наверное, 3 недели, как я хожу после окрашивания, и даже не видно еще так сильно, что у меня отросли
корни. Очень люблю краску «Мой оттенок 9.0». Что входит в этой коробочке? Окислитель, тюбик с краской, которую нужно выдавить сюда, просто откручиваете крышку, выдавливаете, потом вот так все нужно будет помешать, отламываете кончик и красите. Я крашу только корни, поэтому мне вполне хватает. Далее здесь есть внутри инструкции, перчатки, чтобы вы не думали, как защитить свои руки, и роскошная маска для волос, которую нужно нанести, здесь написано на 2-3 минуты. Я могу точно сказать, наносите хоть на 15, хоть на 30 минут, эффект будет еще круче. И наносите на все волосы после окрашивания, это будет волшебно. Я сама крашусь, я уже много лет не крашусь в салоне. Когда у меня были черные волосы, я периодически вызывала мастера на дом, и она мне полностью все полотно прокрашивала. А когда мне нужны только корни, мне мастер даже не нужен. Я сама спокойно, даже учитывая, что у меня такие длинные волосы, я сама абсолютно спокойно могу покрасить их. Краска волшебная, она очень умная. Если вы хотите закрашивать седину, смотрите, чтобы в циферках был 0, например, 9.0, 8.0, 7.0, 6.0, 5.0, 3.0. То есть все, где 1.0, все, где есть нолик, значит, будет очень хорошо перекрывать седину. Далее, эта краска подстраивается сама, да, такая умная. Тут есть экстра уход с льняным маслом, который дает питание волос, да, ослепительный такой уход. Как видите, я даже волосы не крашу все, они у меня все равно все блестят, и краска не вымывается. И та самая адаптивная смарт-система, которая дает стойкий сияющий цвет надолго и дает такие богатые, насыщенные, красивые оттенки. Я очень люблю краску. Вы знаете, я слышала про нее отзывы, как говорят, негативные. Ну, кому-то не подошла, может быть, не так красились, я не знаю. Но в основном, вот все, кто ее пробует, потом плотненько сидят на этой краске и не хотят другую пробовать уже. Я в их числе, потому что краска очень хорошая. Конечно, можно купить и дешевле. Вообще краску можно за 100 рублей купить, по-моему. Но не рекомендую. Если вам ваши волосы и здоровье дороги, то не стоит этого делать. Следующий разворот — зубные пасты и щетки. Знаете, что я вам хочу сказать? Вот пасты и щетки закончатся в первые, ну давайте скажем, 2-3 дня каталога, а может даже в первый день. Потому что в этом каталоге очень большие скидки на пасты. Потому что сейчас в 15-м каталоге они стоят, по-моему, 215, может быть, 219 рублей, здесь они 189. И я делала заказ на пасты на второй неделе каталога 15-го, их уже не было, даже по 219 рублей. Здесь они будут дешевле, и две классные пасты, отбеливающая и для чувствительных зубов. Я рекомендую очень, у кого зубы чувствительные, если вы реагируете на тепло, холод, на воздух какой-то, на горячее, холодное, то обязательно делать можно даже как масочку, то есть нанести, подержать минутку-две, сколько выдержите, и потом щеточкой аккуратненько помассировать и промыть. И отбеливающая паста, она для того, чтобы зубы были светлее, потому что мы все равно пьем кофе, чай, какие-то, я люблю синий виноград, обожаю просто, естественно, после него не только язык фиолетовый, но и зубы тоже меняют цвет, поэтому я сразу чищу зубы отбеливающей пастой, чтобы убрать этот налет, чтобы он не впитывался в зубы, потом очень трудно от него избавляться. И они очень классные, одобрены ассоциацией шведских стоматологов, суперские пасты. И зубные щеточки, моя любимая, как раз будет в этом каталоге, всего 99 рублей, нужно будет брать. И последняя получается закладка, ничего не пропустила, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, да, последняя страничка. Долго думала, что выбрать, и все-таки для меня и для моих клиентов очень важны волосы, как они выглядят. У меня почему-то клиентки такие вот прям ухаживающие, все такие любят маски, любят всякие масла. Я вам расскажу сейчас про продукты, которые на этих страничках. Первое, держу в руках питательное масло для сухих волос. Оно с кокосом, а кокос имеет такое свойство затвердевать. То есть если это масло правильное, то оно будет твердое, и его нужно
немножечко согревать перед тем, как нанести на волосы. То есть вы выдавливаете, в руках согреваете это масло, оно растворяется, и переносите на волосы, оставляете на ночь. А утром моете голову. Запах классный, кстати, такой легенький. И будут волосы восстанавливаться. Следующее — это масло, горячее масло с пшеницей. У меня, правда, тюбик другой, еще предыдущая коллекция, никак не использую. Кстати, срок годности еще есть до февраля 23 года, надо срочно использовать. Забываю его делать, объясню почему. Прежде чем нанести это масло, оно почему называется горячее, его нужно положить в стакан горячей воды. И пока вы моете первый раз волосы, оно там растворяется, согревается. Потом отламываете кончик, вот это он специально так сделан, и на руки, соответственно, переносите на волосы и делаете вот такой тюрбан, то есть прямо на мокрые волосы. Ну, то есть вы их промокните, чтобы с них не лилось влажные волосы. Наносите и делаете тюрбан. Здесь написано в рекомендациях просто вот подержать, по-моему, 3-5 минут. Но я вам рекомендую замотать, делать теплую такую, как сауну, да, полотенцем, целлофан, сверху полотенчик, держите хотя бы 15 минут. Потом смывайте снова шампунем. И можно снова кондиционер сделать, если хотите. Я уже не делаю, если я делаю это масло, я уже больше ничего не делаю. Слушайте, какие волосы. Во-первых, никакой жирности, ничего не будет. Они будут такие мягкие, гладкие, хорошо расчесываться, восстановленные, блестящие. Ну, попробуйте один раз, потом будете писать. Донскова, спасибо, открыла глаза на очередной, да, продукт. И маски. Маски, мои любимые маски. Я, конечно, понимаю, что это дорого. В принципе, если пересчитать на маску в банке, этот же объем, потому что здесь по 30 миллилитров, то получается недешево на самом деле. Но а кто говорит о том, что уход хороший, качественный, он будет дешевый? Я так никогда не думала. Я понимаю, что хороший состав, хорошие продукты, они стоят нормальных денег всегда. Поэтому в принципе 89 рублей сейчас будет стоить эта маска. Мне на мою длину, вот эту всю мою длину, хватает пакетика на два раза. То есть я вот так распределяю масочку, делю ее вот так напополам, одну половинку я использую, одну оставляю до следующего раза, или дочка моет голову, она берет вторую половинку, использует на два раза. То есть получается, соответственно, уже не 89 рублей, а мы еще отнимаем 20% скидка, делим напополам. В принципе, сделать такую классную, наикрутейшую маску, особенно банановую, она просто... И когда ее открываю, хочу просто съесть, потому что это вкуснятина. Конечно, авокадо невкусно пахнет, но как авокадо пахнет? Так что-то зелененьким чем-то пахнет. Ну, конечно, маракуйя тоже вкусная, но банановая маска — это просто что-то невообразимое. Поэтому рекомендую, пробуйте, наносите на волосы, держите минут 5, 10, 15, смывайте и пишите потом в комментариях, как у вас эффект. И скраб, шампунь для волос. Кто-то пишет, да он вообще не пенится, да он не вымывается. Ну, друзья мои, я такой же человек, как и вы, у меня такие же волосы, в принципе, густые достаточно и длинные, но я-то как-то вымываю, и я как-то в восторге от этого продукта аж до неба, потому что волосы после этого скраба какие-то волшебные. То есть так прям берешь, вот запускаешь волосы, руки, волосы, они прям как шелк. Кожа головы чистая. То есть если у вас бывают, да, какие-то там неприятности, то сделайте, попробуйте хотя бы один раз. Чтобы хорошо вымыть вот эти скрабинки, там мелкие-мелкие, она с углем такая страшненькая, водичка черная стекает. Конечно, никакого восторга у меня от этого нет, от визуального ряда. Но когда я смываю, я делаю побольше напор воды и хорошо промываю, а потом другим шампунем мою волосы. И даже когда я и мою одним, два раза мою волосы, то все равно вымывается. Нету никакого вот такого ощущения, что у меня что-то в голове, какие-то скрабинки остались. Этого просто нет. На самом деле мне хватает пакетика, бывает, что даже на три раза. Я так взяла чуть-чуть, о, все, достаточно, больше не надо. На 2-3 раза хватает пакетика. Продукт волшебный. Прям вот хочу,
чтобы нам сделали вот такую целую банку этого шампуня и пользоваться им с удовольствием без ограничений. Вот такой вот у меня обзорчик получился. Черная пятница, она такая, знаете, завлекательная. Много хороших предложений в каталоге, я уже себе много чего наметила, что буду заказывать. Мне интересно, что вы выбираете, как вы работаете с клиентами, расставляете ли вы какие-то акценты в каталоге, чтобы им было проще, чтобы им было интересно смотреть, что вы тут отметили, почему именно эти странички, на что обратить внимание. И, конечно, каждому клиенту можно делать свои закладки, потому что ну, кому-то королевский бархат в принципе по возрасту еще даже не нужна серия, кто-то не пользуется помадами, вы знаете, зачем им делать акцент на помадах. Но в целом я сейчас отметила здесь самые интересные предложения для меня в первую очередь и то, о чем я буду говорить со своими клиентами любимыми. Пишите в комментариях, что вы выбираете. И до новых встреч! Всего вам доброго, крутого каталога, много заказов, довольных клиентов и до новых встреч! Пока-пока!